Оп! Есть? Есть. Отлично. Всем привет. Это подкаст «Живи, Борис, люби», JBL. Сегодня у меня в гостях Константин, композитор, артист, выдающийся вокалист, автор песен, человек, с которым я не ожидал, кстати говоря, в рамках этого подкаста пообщаться. И эта идея еще и пришла со стороны JBL. И я подумал, вау, а почему бы нет? На самом деле это достаточно сложная история, разговаривать, особенно когда это отчасти немного интервью, интервьюировать, разговаривать с человеком, которого ты очень хорошо знаешь. Я помню, когда-то Познер сказал о том, что у него самое худшее интервью было с Ургантом, что они все время вместе, они друзья, они все время общаются, они, ну, как бы друг друга знают. И в этом случае построить даже какую-то историю драматургии и конфликта какого-то, да, достаточно сложно. Вот. А интервью все-таки подразумевает собой эту всю историю. Поэтому я сегодня предлагаю все повернуть вспять. И мы не будем интервьюировать друг друга, мы будем с тобой просто болтать. Давай. Да? Просто с тобой болтать, и все. Давай, вот. Так что это «Живи, Борис, люби», где мы болтаем с Константином. Ура, товарищи! Так, смотри, с чего начнем? Давай, у меня есть, знаешь, какая история? Хочется, во-первых, тебя раскрыть немножко. Хочется, ну, чтобы давай. Все побольше знали, давай, и побольше давай. Знали наших нюансов и секретиков, которые между нами там происходили. Вот давай начнем с того, издалека зайдем. Что такое Константин в начале нашего с тобой пути и Константин сейчас? Интересно. Ты можешь мне сказать, в чем эта разница? Что... Это ж другие, это ж два Конечно, разных Константина. Два разных человека. Это, да, да. Я часто себя сравниваю с собой прошлым. Смотрю, где я вырос, где я стал лучше, где что-то, где-то наоборот деградировал, и это да. нужно поднять. Ну так а где ты стал Слежу лучше? Слежу за собой. Ну я преодолел много комплексов в себе. Каких? С тех пор. У меня с детства колоссальное количество комплексов. Потому что меня не поддерживала семья в плане музыки. Они считали, что ты, на этом ты не можешь заработать, это все фигня. Надо что-то серьезное, мужское, там, знаешь, что-то вся история. И я всегда стеснялся показать свой талант. То есть я не мог спеть или сыграть при родных. То есть при самых близких людях я всегда скрывал это. То есть я скрывал свои эмоции, там, то, что мне было, например, больно, то, что они меня не поддерживают, не понимают. Я научился скрывать эмоции, то есть максимально не показывать, что мне больно, или мне обидно, или там, мне грустно, возможно, или еще что-то. То есть мне нужно было это все держать в себе. И когда пришло время, я все равно продолжал заниматься музыкой, потому что это мое нутро, я это сразу понимал с детства. В 6 лет я уже пошел на скрипку, и я понимал, что все, вот этим я буду заниматься, музыкой. Я не понимал, что не осознавал. Я представлял себя на сцене, но даже иногда не со скрипкой. То есть я видел, что я на сцене, мне очень нравилось сдавать академ-концерты. Откладывал скрипку, брал смычок и пел в него как-то. Ну, у меня, кстати, не думал. У меня в детстве просто была гитарой. Любая палка. Да. Даже гитара была гитарой. Вот, и это было, конечно, очень... Я всегда перформил. В этом случае у нас очень разное было детство. У меня мать сразу же поняла, что кем Артист она хочет растет. Меня видеть, и она за меня это решила. Ага. И у меня, по сути, потом уже выбора не было. Возможно, я бы, кстати говоря, сейчас был успешным бизнесменом. А не вот этот подкаст ты тут рассказываешь. А видишь, у тебя наоборот. То есть, получается, ты на скрипку сам пошел или тебя отдали? Ты сам сказал, что я хочу вот это? То есть, этот первый шаг в музыку? Музыкальные школы набирали детей, ходили по садикам, по вот этим старшим группам. И приглашали, да? Да, приглашали детей. И вот бабушка меня единственная, кто поддерживала в этом плане. Ее мама играла на гитаре, красиво пела, она мечтала, чтобы мой папа тоже пошел в музыкальную школу. Ого, и вот она как бы меня отправила
я прошу, как бы там это прослушивание было, там похлопать что-то, угу. взять ноты. Ну да, 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 сейчас до сих пор проходит, мне дети тоже зашли, им тоже. Да, и я все как бы показал, и педагоги говорят, мой педагог по скрипке была зав. Отделом, да, музыкальной школы, и она говорит, все, посмотрите на эти руки, посмотрите на этого ребенка, он будет скрипачом, все, он будет скрипачом. И была педагог по хоровому пению. И она говорит, нет, он будет петь. И они начали ух ссориться. Ты, это была собой. Война, да? Да. Вау. И в итоге прямо вот... там на да, вот этой комиссии? Да, 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 да. Нет, он будет петь, у него там голос, слух, вот он такой весь. Вот. А, но вот... Но вот ты выбрал заводила. Скрипку. Да, не я выбрал. А, это тебя выбрали. Победили скрипачи, да. Вот, все, я начал заниматься скрипкой. Слышишь? Даже не думал петь, вообще не думал. Ну, я в хоре, правда, меня ставили вперед, бабушка рассказывала, я не помню этого. Ставили вперед, она говорила, спой песню там какую-то, не помню, вообще ни одной песни. Я говорю, вот так, дети, надо петь, вот так надо петь. То есть, оставили в пример уже. Да, но мой педагог по скрипке сказала, не помню, кажется, третий класс это был, он говорит, все, ты на хор больше не ходи, тебе это не надо. Ух, какая. Ага. Все, тебе это не надо, тебя отвлекает. У тебя специально скрипка. Проницательная. Она поняла, что тебя да. тянет в хор, что там тебе что там успешно все. Да, 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 да. И вот так вот. А скажи, а когда ты в итоге петь начал уже профессионально? Это когда произошло? 17 лет. В 17 лет? Да. А, ну как, непрофессионально. Я просто открыл это в себе. То есть я поступил в училище на скрипку, проучился 2 года. Угу. Там был некий конфликт с педагогами. У меня... образовался протест такой, и дома были проблемы. Со скрипачами протесты образовались? Да, там у нас в Глиера Санта-Барбара еще там. А, ты в Глиера был да. как скрипач? Да, я поступил. Ты в Глиера уже пошел на продолжение, то есть сначала это же была базовая школа 5, да. сколько, 7 лет? 7 лет. 7 лет, да. И потом ты пошел в Глиера, да? Поступил на бюджет. Это музыкальное училище в Киеве, Глиера, для тех, кто не знает, одно из топовейших поставщиков талантов. Мировую, да, мировая, музыкантов, да. Мировых в... музыкантов, да, во всем мире играют наши скрипачи. И потом как-то вот я сел за инструмент, и мне так захотелось спеть песню. Угу. Я что-то подбирал, конечно, всегда, и песни, все подбирал. И вот как-то так, обычно я пел как на сольфеджио, просто интонируешь, и все, ничего особенного. Угу. Знаешь, нотку взял. А тут как-то вот прям помню момент, когда я решил... прям как-то по-другому запеть, вот попробовать именно да. как-то, не знаю, как это получилось у меня. И я так прокайфовал, и я понял, вот это мое призвание, да, вот этим я хочу заниматься. И я сразу себя увидел на сцене, я сразу начал там что-то какие-то писать темки, да. что-то там сочинять, подбирать, петь, и понял, все, я перевожусь на вокал. Не сказал родителям, никому ничего не сказал, перевелся на вокал, все были в шоке, потом говорили, а потом ты пойдешь на виолончели играть, а потом ты пойдешь там, на барабанах. Никогда не успокоишься. Да, да, будешь вечным студентом. Так, и как твоя профессиональная история с вокалом-то в итоге развилась? То есть ты в 17 лет попробовал это на клавишах да, и дальше? Да, пошел, вот узнал, как, кто у нас лучший педагог по вокалу. Это оказалось Татьяна Ивановна Русова. В Глиера, да? В Глиера, да. Ну вот все говорили, они педагоги, да, там Тина Кароль, Власовой, там, Злата Огневич, все, да. да как бы. Хотя Злата Огневич тогда училась еще на 4-м курсе, а я поступил на 1-й. И все, я пришел к педагогу. Это первый раз, когда я пел при людях вообще. Первый раз. А сколько тебе было? 17, да? 17, да, да. Класс. Может, 18 уже. Да классная история. История того, потому что я лично тебя считаю одним из топовейших вокалистов из всех, которых я когда-либо слышал. Спасибо, вот, и для меня огромная честь вообще пересекаться с тобой. И честно я тебе признаюсь, что мне иногда даже стыдно или в какой-то степени неудобно стоять вместе с тобой, да, ну, петь вместе с тобой, записывать вокалы. Я тебе серьезно да, говорю. Ну, то есть в какой-то момент я это победил, конечно. Потому что... Ну, и тебе спасибо за это, потому что я увидел в тебе, ну, там, типа, ты... О, класс, о, вот здесь мой класс, вот эти вот штуки, да, они тоже помогают. И вообще эта поддержка, конечно, очень важна. Да. И да, это да, на истории, да, там, да. типа, твоих отношений с родителями тоже, конечно, просматривается. И вот, я считаю тебя именно вот, я как бы вижу тебя именно таким в своих глазах.
И очень многие это видят. Это, кстати, взаимно. И узнавая сейчас о том, что только в 17 лет ты начал петь, да, профессионально, да, заниматься, это сумасшедшая история. Это значит о том, что никогда не поздно вообще в целом взять и начать заниматься тем, чем ты действительно, да, хочешь. Да. Вот, так что это классная штука, даже вот для мотивации тех, кто будет смотреть и тебе историю. У меня это с тобой круто. Это та же история. Да? Правда, я хочу максимально соответствовать твоему уровню, потому что я понимаю, что ты как музыкант, как... Правда, ты как музыкант для меня... Это просто, знаешь, это петушка хвалит кукушка хвалит петуха. Но это правда. Я вообще прослеживаю, у нас очень много каких-то, знаешь, общих... Ну ладно, мы с тобой откровенничаем, да, можем поговорить друг с другом. Ну да, почему нет? Если что-то... Что вырежем? Не, ну у меня там свои профессиональные качества выработались, но они как бы... По поводу вокала у меня всегда были к себе вопросы. И я не просто так ходил к педагогу и иногда... Ты приди ко мне! Приди ко мне! Надо к тебе походить, да. Да-да-да. Прям стабильно. Достаточно интересно ты это все объясняешь. Просто пару раз ходил к Косте. И, кстати говоря, на платформе «Уроки легенд» мы сняли в том числе несколько уроков о том, где я занимаюсь у Кости, беру у него уроки вокала. И где Костя, в первую очередь, рассказывает о том, как взаимодействовать с голосом, как взаимодействовать с дыханием, телом, всем остальным. Конечно, там всего сразу не объяснишь, и вообще это череда очень долгих занятий. Но в целом, даже для того, чтобы понять, заразиться... Это очень классно. Мне кажется, тебе надо... одна из историй, которую тебе надо делать, ты же... ну ты же преподаешь вокал. Преподаю, да. Тебе вот после этого подкаста нужно завышать цены сразу же. И становиться топовейшим. Ребята, простите. Топовейшим преподавателем. Скажи, откуда ковбой? Почему ковбой? Почему мы в клипе снялись ковбой? Почему этот ковбой вдруг овладел тобой? Нет, он тебе очень идет. В целом очень идет. И шляпа от Богински тоже очень идет. Да. И костюмчик от VR тоже. Да, тоже идет. И в целом это какая-то твоя эстетика. И в ней ты смотришь. Да, я чувствую себя прекрасно. И я себя тоже в этом окунул, потому что когда мы, ну, как бы в клипе снялись, я в эту историю поверил. Интересно было всегда поиграть техасского рейнджера. Да. Вот. И, ну, в этом случае скажи, откуда этот ковбой появился? Почему? Ну, смотри, это я... Это тренд сейчас? Во-первых, это тренд, но я не сделал это, потому что это тренд. Не оделся в это, потому что это тренд. В общем, моя история какая? Ну, ты знаешь, что я люблю менять образы, я люблю меняться. Меня любят стилисты, потому что на меня можно все одеть, и все будет круто, и я как-то начну себя чувствовать в этом, вести органично. То есть, как на модель одел, и как бы все классно. Mm-hmm. И постоянно с каждым выпуском альбома или EP у меня какой-то новый образ. Что-то, да, меняется. Кстати, отправьте себе посмотреть, пожалуйста, клипы Кости. От «Дорог» до там последнего нашего клипа, который уже вышел. Это... Как называется эта песня у нас? Мозоль, да. И вы просто поймете череду изменений Кости. Да. Да, и люди говорили, что вот непонятно, как, они думали, что я ищу себя. Хотя, мне кажется, в этом и был весь я, в том, что я разный. В том, что я экспериментирую с образом, меняюсь. Но, походу, никто не может запомнить меня в этих переменах. Mm-hmm. Я задумался. И подумал о своих любимых артистах мировых. Вот, да, мировая слава. И это был Клинт Иствуд? Нет. Это все банальнее. Это был Майкл Джексон, например. То есть ты видишь тень Майкла Джексона, силуэт. Ты знаешь, что это Майкл Джексон, никто другой. Или там... Силуэт Queen, Фредди Меркьюри, да, с микрофоном, его поза какая-то там, вот это. И ты понимаешь, что это только, да, вот это. Только Фредди Меркьюри, да. Я думаю, вот, мне нужен какой-то такой образ, чтобы силуэт можно было прочитать, просто по силуэту можно понять, что это я. Я ходил, думал, начал болеть 70-ми, и потом пришел к, кстати, девчонке из мастерской. Показали мне там пару картинок, и среди них была вот эта ковбойская тема, которая сейчас вот адаптируется, более становится фэшн, туда вкрапляется какой-то фэшн, в общем, стиль, именно все это преобразовывается заново. Я думаю, вот это оно, это мое, это, вот я прям хочу. Там и 70-е,
и ковбойская шляпа, и сразу ты вот как-то, мне показалось, я преобразился в этом образе. То есть мне очень понравилось. Я думаю, все, вот это именно тот образ, который нужно подержать какое-то время, чтобы он ко мне прилип. И это, оказывается, сработало, потому что кто-то подходил и говорил, мы тебя узнали по шляпе. Ну, то есть увидели шляпу где-то там и направились туда. Ну, потому да. что подумали, что это я. И думали, ну, ты же первый раз неоновой ночи, да, не появился, по сути. Да. Вот, да. И с тех пор уже получается, вот сейчас мозоль. Мозоль. И как долго, как ты думаешь, как долго ты еще будешь себя в вот этом образе я думаю, буду, вот как буду чувствовать себя, если okay. пойму, что образ уже изжил себя, или мне некомфортно, или мне что-то понравится в голове, там будет что-то другое, я, наверное, поменяюсь. Ну, поменяюсь 100%. А сейчас мне комфортно, и я знаю, что в этом образе можно играть долго, его раскрывать, экспериментировать, не выходя из этого ковбойского образа. Мы с тобой так встретились первый раз, когда как раз, я вернусь опять же к изменениям, да, вот начало твоих изменений, преображений у меня лично происходило в тот момент, с тех пор, как мы с тобой увиделись, да, первый раз. На голосе. Вот это было, наверное... На голосе? Да, вот так, когда на голосе мы увиделись, вот первое твое изменение, преображение было, когда ты уже был в дорогах, и ты снимал клип. Да, да. И там это был такой... Аристократ. Аристократ, жабо, да, со всей этой историей. И в целом, как бы, когда ты пришел... На голос? На голос ты пришел после или будучи еще в отношениях с Бартышем. У меня тоже с ним была история. Ты знаешь, что он был тоже моим первым продюсером? Да, ты рассказывал. 3 месяца с ним, да, это делали. У вот, нас тоже это... было с ним 3 месяца. А, тоже 3 месяца получилось, да? И это как раз выпало на вот этот срок, когда ты пошел на голос. Это удивительно вообще, как это совпало. Прикинь. Расскажи про свои отношения с ним. Что было и почему, собственно, это было только 3 месяца? Почему? Мне кажется, просто Юра не совсем понимал, что со мной делать. И когда мы с ним, когда Ваня Клименко показал меня Юре. А Ваня Клименко тебе показал? Да. А, ух ты. Да. Там, а Ваня Клименко там это продюсер. Своя Санта-Барбара. Алена Алены, Калуш и лейбла Энка в целом. Вот. А как вы с ним пересеклись, с Ваней Клименко? Кто же нас познакомил? Я уже не помню. Он где-то тебя услышал, короче, и познакомил с Бартышем, правильно? Да, ага. Мы вот даже несколько демок с ним записали, показали Бардышу, и он говорит, блин, классный чувак, артистичный, красивый, все дела, все хорошо, там, будем заниматься. И я показывал свои демки, они, конечно, были вокальные, такие прям, были R&B-шные треки. Это же были те же демки, которые я слышал. И ты даже, слышал, правильно? Да, и ты слышал. Да. И там были дороги. Да, которые еще не были еще дорогами. Не были дорогами, да. Да. Все это было, да. И Юра говорит, не надо вот тут петь, прям надо проще, вот максимально просто, не надо вот это вот показывать, там вот это вот. Бардыш говорил, да? Да, свой вокал, ничего там не нужно. И потом мы решили, что... А, и потом мне звонили с голоса, упрашивали просто туда прийти. Я отказывался 4 раза, наверное. Ты что, уже кип-код? А, подожди, сейчас. Да, кип-код, что-то мы с кип-кодом уже делали, по-моему. Да, уже было с кип-кодом что-то. Да, было с кип-кодом уже альбом. И клипы были. И я пошел на голос, спел большую песню. И вот пошел хайп этот. Юра говорит, все, давай, был невероятнейший давай хайп. Петь большую песню, чтобы ты показал свой голос, раскрыл все. Быстро переобулся. И тут я понял, что, кажется, он не знает, что со мной делать. Ну и все тянулось, и после эфира, было время до прямых эфиров достаточно много, чтобы снять клип, записать песню. Он начал заниматься грибами, а ты мне предложил, я понимаю, что как-то все складывается иначе. И ты с ним поговорил тогда? Поговорил, да, было страшно с ним разговаривать, но он, на удивление, очень нормально к этому относился. Он вообще ко мне хорошо относился, он как-то вот никогда со мной не разговаривал грубо, как с некоторыми артистами. И я так как-то...
Да, прям да. Ты знаешь, даже спасибо когда ему я за. расходился с ним, у меня не было грубого разговора. Было страшно, неприятно, было чувствовалась какая-то такая, ну, как бы энергетика не очень, как бы комфортно, мы все-таки говорим друг другу пока. Но это было так, не так, что, блин, ну иди ты. Да. И я просто понимаю, что все это сложилось, и просто я не его артист, и это нормально. Вот. Твой артист. Ты свой артист. И Потому свой что артист, когда ты ко да. мне пришел, в мастерскую в целом, да, почему-то неудобно мне все время говорить ко мне. Потому что я считаю, что мастерская это все-таки Ну, это более уже наша широкая, семья. да, это более широкий семейный круг, чем Да, просто да, да, я. да, да, И в да. целом, ты же помнишь, я всегда хотел отстраняться от того, что как бы мастерская это я, и как-то это вот мастерская отдельно, пусть она идет себе по каким-то определенным лекалам, которые мы вместе в начале пути установили. И вот дальше так они как бы самостоятельно делают. Но не совсем получается, конечно, потому что ну, как бы все равно определенная корректировка нужна, Все визионерство, равно это. мировоззрение как бы тоже насаживать свое, наслаивать Но все равно это и ты, других людей. как ни крути. Мастерская все Уж равно это ты. вначале было да, сейчас уже все-таки нет. Сейчас я считаю, что это уже и там Гриша, и Полупанова, и Lazy Jesus, и все остальные, понимаешь, они все как бы и артисты. Это они как бы тоже свою долю, отпечаток уже наслоили. То есть это уже Да, все-таки ну, более сложная концепция, у которой есть четкие уже и рецепторы, и понимание того, они уже живут как нужно, да, это делать. Да. И вот сами когда ты собой. появился вначале в мастерской, мы же тоже не знали, что делать. По сути. Ты думал, вот в чем у нас уж проблема-то, какая произошла у нас? У нас же произошла проблема, и все вы, большинство думали, что мы вообще расходились даже с Костей. Ты Ты про это? помнишь, да? Что как бы в какой-то момент все такие даже удивлялись, а что, вы опять вместе? Мы что, опять вместе с Костей? Мы не расставались, просто не могли определиться. Я не мог определиться с форматом мастерской, можно ли выпускать Константина на мастерской, или это все-таки слишком, слишком Поп проект. массовая, да, история, да, хотя она не была до конца такой в итоге. И ты не мог, у тебя... Давай ты сам скажи, что у тебя было не так. Я признался. Ну, я себя всегда ощущал поп-артистом, и поэтому мы с Кип-Кодом не то чтобы разошлись, я сразу ему сказал: смотри, я не хочу быть частью Кип-Кода, вот Кип-Код и Константин, потому что дальше я пойду сам, у меня будет более попсовая история. Я всегда об этом мечтал. И мне нравилось делать, мне безумно нравится наш альбом с ним. Это круто побыть в андерграунде, но как-то вот мне хотелось именно вот такого. Поэтому я на голосе и выбрал тебя, потому что я понимал, что вот ты можешь помочь мне сделать, направить, показать, как делать поп-материал, но чтобы он был вкусный, классный, не знаю, душевный, правильный, интересный, чтобы можно было его слушать и переслушивать, то есть не что-то скоротечное. И Но мы и знаешь, начали это делать. Мы и вот. начали это делать. И мы достаточно неплохо начали это делать. Вот. А И я потом. хотел продолжать, я хотел дальше. А у тебя прошел этот момент в андерграунд, как бы тебе захотелось уйти. И я не понял вообще изначально, что происходит, почему тебе ничего не нравится. Я вообще начал сомневаться в себе. Я Да, ты думаю, да приносил мне дымки, елки-палки, мне ты что-то не что ж заходило, не такое? заходило. А Оно ты что-то ждал, было то у тебя слишком. уже в голове там пошел андерграунд, и уже все, у тебя уже там другая картинка и представление о всех, у тебя, наверное, пошло свое какое-то, и вот как-то ты, может быть, по себе немножечко равнял. Ну, И конечно, ожидал конечно, да, то, чтобы чтобы. ты сделал. Но у нас-то у всех свой мир, Да. и мы-то все равно развиваемся в своем каком-то направлении. И вот тут вот произошел момент. Плюс мы с Да. тобой еще не общались тогда. То есть у нас были Да. постоянно посредники. И Директора. в этом, да, и в этом тоже большая, как я Да, это считаю, ошибка. ошибка. Да, как говорит Стас Королёв из Юка, он говорит, что развалилась Юка, в том числе еще и потому, что появились директора, появились менеджера, которые уже как бы сокращали количество их общения вместе. И вот в этом случае, да,
Ну, как бы, если уже как бы работаем, надо все-таки держать вот эту историю. Да, напрямую, потому что там тоже могут быть свои амбиции Да. и свои приколы, моменты, И это, наверное, такой ревности, будет не знаю. учебное пособие для будущих продюсеров или нынешних, которые не могут построить и наладить отношения между артистом и собой. Что вам нужно делать? Это просто как бы не надо держать дистанцию. Это Надо как в всегда отношениях. быть в отношениях. Всегда как бы слушать что-то тут Как как-то. в отношениях, нужно разговаривать. Да, разговаривать. Ну и мы с тобой это делали. Мы с тобой делали, я помню, у нас раза Потом. два-три, когда ты приходил и был уже на грани сказать, что чувак, значит, смотри, мы с тобой, ну, как бы, я вот не понимаю, я потерялся, и что-то непонятное происходит, и я говорил, слушай, Кость, давай, дай мне шанс. Я понял, что не так, я понимаю, что это тра-та-та, бла-бла-бла, вот. Я тоже рад, что мы прошли через это. Я надеюсь, что ты рад, потому что оно стоило не несу того. За это ответственность очень сильно. Оно стоило того, и мне очень Видишь, нравится, сейчас как подкаст сейчас... Да-да-да-да-да. Как сейчас все происходит, поэтому оно того стоило. Да. Да, хорошо. Да, и мы теперь попсели. Попсели вдвоем. Пиздец. Да. И это мозоль, она Но просто зато реально... вкусно попсели. Сейчас мозолит мозг всем на мозолит свете. Мозолит мозг, да. Да, и это, наверное, просто... Ну, это фан, конечно. То есть, если говорить о мозоли конкретно, этой песни, это вот как раз та... Это, наверное, даже слишком та, ну, как бы обратная сторона того, чего мы хотели. Хотя... Вот многие говорят мне о том, что мозоль, а все равно недостаточно попсовая. Вот но она даже вкусная. Проходя через нас, она все равно вкусная. Она вкусная. Да, и это мне нравится. Мне бы хотелось, чтобы через время, знаешь, когда она звучала в караоке, чтобы это не было постыдно. Вот как Меладзе петь, да? Ты выходишь в караоке и поешь Меладзе, это не стыдно вообще. Да. Вообще. А есть песни, которые тебе бы сейчас в караоке было стыдно спеть? Вот тебе, вон там дуэтом, кстати, кто-то Рюмка вышел. Рюмка водки на столе. Рюмка водки на столе, да. Ну, мне, наверное, тоже, я да. Я работал в караоке. Ты работал в караоке? Ненавижу караоке, да. Серьезно? Я работал, и лещей даже получал. Ты еще серьезно? Лещей за что? Да просто от пьяных. Вау. Каких-то придурков. То есть ты просто пел песни, ну, пока никто не заказывал, да? Да, ну вот. А расскажи об этом. Вот. Или стол, например, вот не их очередь сейчас. Я объясняю, что дождитесь своей очереди. Ага. И все, и там просто в те времена. Сейчас такого нет уже, мне кажется. В те времена, в те это времена... когда? Это какие годы? Ну, 2008, наверное. Ага. Так. Вот когда я в паре нормальных был. 2009. Это я в паре нормальных появился. Пару нормальных пели, скажи, в караоке. Пели, конечно. Вау, конечно, да? Пели, какие да. песни? Да все. Все хэппи-энд. Скандал во время рекламы. Я уже не помню, да. Скандал, хэппи-энд, все это было. Класс. Но я не пел твои песни. Ага. А какие ты пел? Что я старался английский, конечно. Ну что это, что это? Давай сразу к мировоззрению твоему музыкальному. Я помню, что моя любимая песня в караоке была на работе. Это Лютер Вандерес. Лютер Вандерес? Я даже не знаю, что это Лютер Вандерес. Ну как, ты знаешь... Never too much, never too much, never too much. Вот, но другая. Да, понял. У него была я другая. Просто не знаю. Сейчас. А, love has truly come into me. Она такая медленная, такая красивая песня. На-н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 а. И я ее обожал петь, и все в караоке именно, знаешь, мне просили, можно что-то на русском? И за это лещей получал сразу, да? Да. Как только Уитни Хьюстон сразу летит такой. Да, что-то... Слышь, помню, братан. Там какой-то диск, что-то вот мне очень нравилось, 70-е. Джона Джексон. Нет, Джона Джексона я не пел. Mm. Ну, короче, что-то там Почему сказал Марвина Джона Джексон, когда ты говорил? Я просто люблю 80. Хореографию. Джона и вообще Джексон. Люблю Джона Джексона, и Майкла Джексона, и всю семью Джексона. Ага. Пел что-то вот Марвин Гей,
Стиви Вандер, вот такое вот я всегда в караоке. Все вокальное такое, да? Да, да, да. Ну, и, ну, я же учился. Это была твоя тренировка. Конечно, я же учился, и у меня амбиции вот эти вокальные распирали, и мне надо было брать вот такие песни сложные, для меня это было, знаешь, победа их спеть. То есть ты приемы Русовой своей, конечно, преподаватель всегда отрабатывал на караоке, правильно? Да, да. Класс. Конечно. А ты вообще советуешь караоке как, при, ну, как, не, как, не советую, как прием для... Нет. Почему? Можно сходить туда, как на экзамен. Но там же прокурено все. И ты пока, пока дождешься своего стола и выслушаешь все, что там происходит, ага, без бокала это невозможно сделать. Ты имеешь в виду прокурено метафорически, да? То есть не просто дым, а еще и как бы люди, атмосфера. Да нет, в основном дым. То есть ты дышишь этим, и все, и что-то ну, не очень окей, хорошая понял. Площадка. Ну хорошо, и представим пения. Себе, что есть караоке, где никто не курит и никто не пьет, и вот, это вообще это такое общество получше. Очень светское. Как в американских фильмах, знаешь, там даже высокая сценка культура. Есть. Да. То есть они вот в такое на... караоке вот ты посоветуешь? Вот такое, да, посоветовал бы, конечно. Класс. Конечно. Я отправляю своих учеников в караоке. Ну, надо же спеть то, что мы сделали, и прям на людях все это применить. Конечно. Когда я услышу твои песни, когда вот ты принес их, да, все ДМДМки, я подумал, блин, это идеально, я ничего не хотел там менять. И мне ничего не хотелось, и даже в какой-то степени я хотел узнать, как ты это делал. То есть, как ты писал эти оранжи. И там были и дороги, и были «Хвоя» уже была. И это, кстати говоря, моя любимая песня «Хвоя». Из первого твоего альбома, который один. Да, «Хвоя». Я помню, я просто наиграл гармонию, это моя любимая какую-то песня. Бочечку, и все. У себя дома. Это сумасшедший вообще трек. Сумасшедший просто по всем, он такой сексуальный и классный по оранжу, по всему. Вообще... Но Сура делал оранж. На «Хвою»? Да. Не Ливан? По-моему, Ливан делал. И Сура делал. А, да? То, что я помню, что Сура. На «Хвою» делал Ливан. Может быть, и Сура. Нет, Сура делал, Сура делал. Серьезно? Да, мы с Сурой делали «Хвою». Проверим? Ну, потом проверим, сейчас уже будет сложновато. Ну, короче, а у тебя из твоего материала какая любимая? Что тебе, чем больше всего гордишься? Кроме ответа у меня все любимые. Кроме ответа все любимые. Или хотя бы найти, чем та или иная больше тебе нравится. Ну, хорошо, я, конечно, горжусь кровожадностью. Не потому, что она разрывает концерты, кстати, и она уже была... а потому, что эта аранжировка сделана мной. И вот класс. Пару инструментов, по-моему, шейкер там что-то добавил. Я забыл, как его зовут. Ну, неважно, давай не будем никого пилить. В общем, это... Давай. Это кровожадность, она вообще кровожадность тон задала. Сделал, вот это вот моя bedroom песня. История, то есть да. Я помню, как я на компе, там, у меня звуков нету, ну, оно как бы не куплено, там, скачано как-то по-пиратски. И я вот это все наклепал, а меня сподвигло это сделать, потому что я ко всем аранжировщикам обращаюсь, пытаюсь объяснить, что я хочу, а никто не понимает меня. Вообще не. Я говорю, я, вот смотри, вог-бит есть. И вот тут вот я вот так хочу. И вот оно должно быть такое все мрачное, такое все типа как фильм ужасов. А вот что ты вдохновлялся, да? Вог-битом? Да, вау. Да. Пум-п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 ум. Ага. Да, это вот вог-бит. И вот это еще ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Да, да, да. Офигенная штука. И я такой, все, короче, сделаю сам. Ага. Из того, что есть. Потому что мне не нравилось качество инструментов, купить не было возможности. Думаю, ладно, короче, сделаю. И получилось. Я помню, я дома, там, 3 часа ночи, я еще жил с сестрой тогда, и я, слушай, ты какая в наушниках, да. Угу. Прям вообще я прокайфовал от своего же трека. И вот как-то. Надо повторить мне такой опыт. Все из-за оранж? Да. Ну, мы когда с тобой сидели, вот за мозоли, допустим, или за там чем угодно, я понимал, что ты вполне можешь реально сам это делать. То есть все идеи, которые ты привносишь, да, я чувствую, и что все, прям... что как бы наслаивается с твоей стороны, оно как бы отлично заходит. Все супер. Да, да, пора мне уже переключиться в саунд-продюсеры конкретно. Да. Хорошо. А когда у тебя EP вышло? Вот последнее.
представим, что мы говорим 2019. Уже... 2019? Не, смотри, вот сейчас мы представим, что мы уже говорим хрен знает когда. Да. Это же будет наверняка уже в конце октября какого-нибудь. Угу. У тебя EP уже вышло? Да, 22 октября. 22 октября. Все EP вышло. Да. И там какие треки? Там что? Неоновая ночь. Неоновая ночь. Симпатичен. Симпатичен. Что еще? Мозоль. Мозоль. Плохой мальчик. Плохой мальчик. И если ты, да. Если ты, блин. Ну это прям такой очень плотный EP. Плотный, танцевальный. И танцевальный EP, классный EP. Позитивный. Я тебя поздравляю. Спасибо. Особенно с тем, что, наконец-то, да, я так долго ждал реинкарнации трека «Симпатичен» в том числе. Ну просто потому, что там приложился, да, приложился в хаосе. Вот, и классно посмотреть на реакцию людей по поводу трека еще и этого. Да. А что у тебя по поводу этого EP, что ты скажешь-то? Я обожаю. Я обожаю каждую песню. И мне нравится... Кстати, когда я продумывал образ, я также проработал свои... Ну, назовем нравственно-профессиональные взгляды. Взгляды. То есть, как артиста, как миссия. Вот что, какая моя миссия как артиста, да? Что я несу в глобальном, как бы... Да, не месседж какой-то конкретный, а в глобальной энергетике, так скажем. Что же я несу? Я понял, что я несу праздник. Хочу нести праздник. И там, не знаю, высокие вибрации. Я вот у меня такой кровожадность сразу же. Начало опоздал или стыдно. Да, да, вообще не. Да, да, да. Там какой-то. Там грозы такие начинаются сначала. Да, там фильмы ужасов. Да, да, да. Вот какая-то атмосфера загадочная. Это прям новый период тебе пошел. Да, а тут я прям хочу быть светлым, ироничным, праздничным. И вот прям, чтобы. Потому что как-то события в мире такие, что хочется как-то все это. Осветлить. Тебе кто-то из круга артистов вообще, там, близких тебе или дальних, симпатичен как личность, как человек? По энергетике. Если смотреть на контекст вопроса, ага. То это с кем бы ты, наверное, бы сейчас хотел заколлаборироваться? Mm-hmm. То есть... Из наших или вообще? Вообще, просто в целом, да. Ну, хотя, да, давай из наших. Давай из наших. Ну, раз задумываешься, это уже говорит о том, что у тебя на языке это точно не вертится. И в голове у тебя такой необходимости, наверное, не было. Почему? По энергетике вот и по вайбу, ну... По внутреннему какому-то, ну, вот Серябкин очень классный. Угу. А чем она тебе нравится? Ну, она излучает доброту. Угу. Хотя я она секси-пекси, но она излучает, чувствует это. Ну, вот прям даже в тембре, хотя будет все очень секси такое. Прям. А ты можешь назвать, кто для тебя негатив излучает из артистов? Пивоваров. Да. То есть есть определенная... Прям очень грубая агрессия. Грубая агрессия. Ну, то есть не негатив, просто агрессия, да? Ну, это негативная энергия. Угу. Тяжелая что... негативная энергия. Это низкие, более низкие вибрации. Кто еще? Что еще? Ну, может быть, из мирового. Ой, из мирового там очень многие, много кто. Ну, скажи. Кто? Ну, Карди Би, ага. Ники Минаж, ага. Господи, да, все практически рэперы. Лил Нас, несмотря на то, что он весь такой... Лил Нас Икс. Да, несмотря на то, что он якобы весь такой позитивный, но энергия там несется очень, ну, развратная, вот прям такая, ну... Вульгарная, пошлая. Вульгарная, и, ну, прям... Чувствуется какой-то вайб вот именно вот прям низа вот такого, причем темного. Похоти черной. Да, темного такого. Угу. То есть, по сути, вообще все артисты, которые играют на вот этих факторах
Нет. Сексуальность? Сексуальность? Нет, 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 Не нет. все, да? Не все. Просто те, кто это делают особым образом, особо темным образом, особо Но это ты вульгарным, чувствуешь, я не знаю, ты чувствуешь, что есть такое ощущение? Ты даже сам Я понимаю, о описал, чем ты говоришь. То есть я понимаю, я описал точно момент. могу там рассмотреть определенного рода там агрессивную подачу у Тёмы, я могу точно увидеть агрессивную подачу у Карди Би. Не знаю, просто есть люди, знаешь, которые вот слушают такую достаточно темную музыку, хмурую, и при этом уходят в какой-то транс свой определенный. Да, и это вот не так... плохо, не хорошо, я не говорю, что... Не, это Просто даже мне это не не близко, импонирует. не импонирует, да. Вот. Угу. Интересно. Интересно, потому что ты среди своей музыки в прошлом, вот, допустим, если посмотреть на кровожадность там, кровожадность, да? да, несет ли она подобную Ну скажи мне. Негативную историю? Ну, она однозначно... Она темная, она ночная, темная. Ну, но наверное, я не она... знаю. Я не знаю, давай я... ребят спросим, кто Ну что да, вокруг. скажите, ребят. Да, если вы смотрите эту всю историю, то да, Да. отпишитесь, что вы думаете по поводу И кровожадности, насколько стыдно ты там тоже. темная, темная, Стыдно, не темная где энергия. вампирский клип у нас. Да, стыдно, и начало, собственно, опоздал, да? Оно такое же. Нет. Нет, нет, нет. Что-то еще с гроз начинается у тебя. Ну вот стыдно. Стыдно, кровожадность и что-то еще. Ну там в основном с дождя у нас. Ага. Ну, вот, например, Триллер Майкла Джексона, да. Да? Но ты не чувствуешь негатив. То есть он якобы да, в да, ужастике, да, кстати, да. Но Нет. при этом ты... Вот, наверное, у него даже в голосе... ближе к триллеру, 100%. Нет такого... Да, такой, сейчас я тут вас, там, не знаю. Хотя максимально вроде как бы мы тебя в эту сторону пытались... Но углубить, я не такой, да. Я не могу быть таким просто Да, даже. это уже со временем я понял. Это я уже тоже со временем понял. И вообще, честно говоря, если вернуться к разговору о том, как, типа, в начале ты был, да, и вот там через 5 лет, ты же до конца так и не ответил на этот вопрос, и я тоже увел. Вот. И вот эта разница для меня лично вот в этой определенной форме, которая вырисовалась, твоей ну, личности, смотри, я постоянно которую борюсь с комплексами. Мы не могли высмотреть эту... Ну, как бы тебя как особу, как что... Даже комплексы, даже их собственное принятие, даже их, ну, как бы, проявление, это же тоже как бы... Ну, да. Да. Это же тоже ты, это часть тебя. И, собственно, это тоже нужно было как-то форму какую-то обрести. И когда мы пытались там насадить на кровожадность, потому что это, типа, успешный трек, а давай, типа, будем, типа... А ты не такой. Ну, да. А ты не такой вообще. А ты вот такой, ну, и это по-особому, и это уже особенно. Как этот, как годный год, когда я был лесным вот этим, типа, демоном. Да. Демоном лесного. Да, мы даже сделали живот. Да. Вот. И это круто было, кстати говоря. Да, да, то есть я не могу быть прямо... Да. Ну, то есть только в музыке, оно только мне не в форме пойдет. Определенной. То есть определенной да, форме, да, и там, да, где да, все да. как бы могут только догадываться о контексте. Да. Можно меня назвать ангел под прикрытием. Под прикрытием. Знаешь, плащи демона. Да-да-да, есть эти волки в овечьей шкуре, вот я наоборот. А овца в волчьей шкуре. Ну, типа, наверное. Да. Да, я даже до сих пор преодолеваю комплексы. И, кстати, ты мне очень в этом помогаешь. Каким образом? Просто тем, что я тебе говорю, давай, ты красавчик, держись. Да даже тем, что вот мы выступили с тобой у Урганта. И тем, что вот мы сейчас разговариваем. Mm-hmm. И вообще, вот как-то все, что происходит, это помогает мне преодолевать, я понимаю, что ага, значит, я, если я оказался в этой ситуации, если я дошел до этого вот события, значит... С тобой интересно, значит тебе есть что сказать? Да, значит, я неплох, значит, я ну, не бездарь, значит, что-то... Не... Ну, короче, вот такие штуки. Вроде бы я научился себя любить, но есть вот эти слои, которые я постоянно снимаю с себя, где-то глубокие, вот они один снял, потом появился второй пласт глубже, я его, он выходит, я его снимаю, потом знаешь, еще как, какой-то. Как, но интересная... уже это все происходит легче гораздо. То есть, если, например, 5 лет, вот 4 года назад, это было прям сложно очень ага. для меня. То есть, я
И поэтому из меня ничего нельзя было вытащить. Вот я зажался, и все. И у меня, знаешь, там внутри паника, хотя я вроде этого научился же не показывать. Угу. Но на самом деле внутри там так снесется такое. Угу. И из этого много было проблем. Даже вот проявление себя. Родители. Я обращаюсь к родителям детей, будущим родителям. Или... Ну да, или уже состоявшимся. Пожалуйста, высматривайте в своих детях какие-то... просто поддерживать нужно. Способности вовремя. И пытайтесь каким-то, ну, как бы, каким-то образом подсобить развитию этих способностей. И хвалите их за это. Ищите вообще, за что их похвалить и поддержать. Пусть это, конечно же, калибруется, балансируется с какой-то строгостью, потому что мне кажется, лично на моем мнении, что это тоже необходимо. Но ни в коем случае не насилие, естественно. Но в целом, вот эта история с поддержкой, вот эта история с какой-то вот такой похвалой правильной, позитивным настроем, настраиванием ребенка на то, что ты красавчик, да, получится, да, ничего, да, в этот, да, раз, да, упал, это бывает, это, да, окей. Но вот эта поддержка, я просто понимаю, насколько задержалась отчасти твоя личная уверенность, да, в себе, да? Потому что даже я стал свидетелем того, как эта уверенность в тебе зарождалась вот эти последние там годы. Потому что изначально, да, как бы, да, ты пришел. А ты не злишься на своих родителей сейчас? Нет, нет. Нет? Я злился когда-то. Мне было очень обидно, когда вышел первый эфир «Голоса». Мне было жутко обидно. Почему обидно было? Ну, потому что после этого все изменилось. Вот и у соседей изменилось. Ну, у соседей-то понятно. У соседей? Ну, соседи начали по-другому, или там знакомые начали по-другому тебя воспринимать. То понятно. Тоже, что... А, понял. Я не ожидал, что самые близкие люди изменятся. То есть ты думал о том, что они после этого эфира тоже скажут, ну, зачем тебе эта вся история? Ну, они уже смирились, как бы. Вот тогда они смирились, они... было понятно, что я как бы это уже не брошу, и уже все так махнули рукой. Но поделиться что-то там, да, какими-то своими переживаниями, спросить совет, и никогда я не мог этого сделать, потому что там другой мир. И что после «Голоса»? И после «Голоса» все, появилась гордость, появилась вот это, да, это вот... Наш сын. Да, наш сын, это вот мой брат, вот это вот, там, знаешь. Ты можешь назвать это самым важным событием в своей жизни? Да, это, конечно, меня... Да. Вообще шоу «Голос». Но, да, ты что, это вообще переломный момент, один из самых главных. Я очень многих спрашиваю по поводу талант-шоу, необходимости туда ходить. А тебя я намеренно не спрашивал по этому поводу, просто потому что очевидно, что для тебя, собственно, шоу «Голос» сыграло, ну, какую-то очень важную точку. Конечно, как минимум поворотную, что... потому что мы с тобой познакомились тогда, и у нас пошел как бы новый путь, который до сих пор идет, и это как бы абсолютно другая история. А в целом, как ты думаешь вообще, вот если пофантазировать, если бы не было шоу «Голос», ты бы оказался вот здесь на подкасте, какой бы это был путь? Была ли у тебя бы возможность? Может быть, была бы другая возможность. Но, насколько, наверное, необходим, это талант, насколько необходим талант-шоу вообще в жизни артиста, который начинает свой путь? Ну, 100% необходим. Да? И тут уже, конечно, дальше идет. Не говорит о том, что каждый артист там словит не хайп, а я имею в виду там или популярность, или успех, или знакомства правильные. Это тоже как бы звезды и складываются. Каждый притягивает подобное. То есть много факторов влияет. Понятно. То, как это все в дальнейшем будет складываться. Просто тебе не кажется, что приходят на шоу обычно те, кто разочаровались во всех других путях уже? Ну, то есть это как последняя субстанция. Ну, есть и есть. Есть же уверенность в себе, есть же, ну, как бы уверенность в своих силах, есть определенный какой-то капитал у кого-то. У кого-то, мне кажется, есть разные, друзья, разные пути. Сценарии. И есть. Вот мне казалось всегда, что шоу талантов — это всегда самая последняя инстанция, которая... Нет, которая... не соглашусь с тобой. Вот я пришел на «Фабрику звезд» в 16 лет, тогда, когда я уже во всех конкурсах до этого проиграл. Я нигде не занимал первые места, кроме родного Славутича. Видишь, я тогда петь даже не начал. У меня это получилось. Нет, но я пришел на «Фабрику звезд», и у нас с мамой это была четкая последняя надежда на то, что ну вот сейчас... это получится. Ничего. Мне было 16 себе. Лет, это был 11 класс. Мы приехали, я тогда помню, в Останкино, академика Королева, 12.
Я не видел. Все, мы там пересекались с Настей Каменских на кастинге, как раз она тоже приехала на эту же фабрику, это была 6-я фабрика звезд. А есть это в интернете? Моя нынешняя жена тогда узнала по ботинкам, потому что среди всех участников, 20 которых отобрали, я не попал в фотографии, но мои ботинки попали. Каким-то образом так фоткал человек, что вот они 20, которые прошли дальше, из них надо отобрать 16. Вот, и это в фотографии 20-ки потенциальных. Я там был. И мы жили у Юли. Юля, привет, если ты будешь смотреть этот подкаст, спасибо тебе за ту возможность, потому что когда нам сказали, что мы продлеваем еще кастинг, это нам нужно еще время для того, чтобы отобрать, вы прошли дальше в 20, но дальше нам нужно еще там неделю, чтобы пока вы сходите на медосмотр, еще куда-то поговорите с Константином Львовичем, еще с кем-то, вот тогда мы и определимся. Есть где пожить, они спрашивают нас, мы такие, нет. Где в Москве жить? У нас там как бы и деньги тоже заканчиваются. Мы где-то на ВДНХ жили с мамой в каком-то приюте. Вот. И, собственно, девочка нашлась, которая была одним из организаторов этой фабрики, которая сказала, вы можете пожить у меня в квартире. Ух ты. Да. И мы поехали к ней в квартиру, с ней задружились, вместе жили. Все, целую неделю. И это была Юля. Юля нынче тоже работает в музыкальной индустрии, только уже в британской. Да. Короче, мы это сделали, и мы не прошли этот кастинг. Я не прошел кабинет. Я прошел кабинет Константина Львовича, прошел медосмотр, но по итогу то ли из-за медосмотра, то ли из-за чего-то того, что я не то сказал, возможно, на собеседовании. Там был еще Аксюта, еще кто-то были. Меня не взяли. Мне казалось, что это потому, что был уже определенный типаж похожий. Ну да, там же пишется сценарий. Да, 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 да. И что там был парень, в Челси был парень, Арсений классно поет, очень крутой чувак. Он классные вокализы тоже у него были. Крейг Дэвид. Вот для меня это был такой российский Крейг Дэвид, да. И я такой, воротил там, да? У меня не был. Я такой, о, у меня нет, у меня я не могу. И все, я подумал, что это, собственно, была та причина. Чуть позже я понял, что, наверное, я хрен его знаю, какая была причина, но мы не прошли. И это разбило сердце моей мамы так сильно, потому что это были те последние надежды. Реально, мы вкладывали все вообще. И деньги, и, ну, и силы. И я в том числе. И знаешь, когда я... Да, понимаю. То есть для меня вот это вот талант-шоу тоже было необходимостью. И я, конечно же, тоже ввелся на эту историю. И я точно помню, что для нас это было последним, последней попыткой. Вот. Естественно, дальше следующий, это уже был кастинг, который случился через 3 года после того, как я уже был в институте, через 5 даже, через 5 лет. 16? Ну, через 3 года. И вот я попадаю в паранормальный после кастинга, и так у меня начинается вот этот мой счастливый путь, да? Но сам факт того, что я был разбит на этом шоу, и я вижу очень много людей, которые разбиваются об это шоу, приходя со своей последней надеждой. Вот этого нельзя делать с последней надеждой. Ну да, 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 да. И для меня, я всегда считал, что шоу талантов — это последняя ступень, когда уже ну все не работает. Ну все, я уже и сюда, и туда, и связи, все поднял, все. Идем на шоу. Это легко, быстро, чиха, там посмотрим. Вот, у тебя была эта последняя ступень, нет? Я ходил тоже на все кастинги. Был проект «Украина слезам не верит», помнишь? Да, нет. Я не прошел там я на... Я как бы слышал, что он есть, но я не смотрел, что там. Пару каких-то эфиров я там прошел. И там были актерские какие-то конкурсы, я их прошел. А актерские? Вокальный не прошел, прикинь. Хотя я такой себе актер, мне кажется. Да. Вот, и... А ты же фабрики. Еще в талант-шоу где-то в Британии участвовал? Нет, то был другой проект, танцевально-социальный. Боже, ты во всех уже нишах. Да, это просто была такая возможность бесплатно поехать в Англию, причем еще и потанцевать, познакомиться. И я мечтал просто увидеть Лондон. И вот моя подруга занималась этим проектом вместе с британской какой-то компанией, там как-то это все заколлаборировалось. Окей, но это не назвать тем талант-шоу, это не талант-шоу. Не-не-не. Хорошо, если говорить о том, что ты пришел. Да, я на все фабрики ходил, X-факторы, там все, короче.
На X-Factor ты был тоже, да? Не, я ходил, но я нигде не проходил. А, понял. Ух ты, нигде не проходил. Вообще нигде не проходил. Ну, я думаю, это из-за комплекса. Это, ты прикинь, это... какие... Я каждый кастинг был... Я болел. Или грош цена тем кастинг-менеджерам на X-Factor, которые, собственно, мимо проси... тебя пришли. Да, или, да, может, ты был другой. Это тоже как я бы... был другой, конечно. Но да, когда меня просили спеть Билана, я отказывался. Это тоже влияло. Ну, не могу я его. Не можешь петь, да? Что нет ни одной любимой песни у Билана? Нет, у него хорошие песни, он классный. Все, все там тогда, тем более вот эти треки первые его. Вообще супер. Да, да. Но вот почему-то как-то, ну зачем? Я не хочу его петь, я другой. Вот посмотрите, у меня вот голос вот такой. Я вот могу вот так вот. Да. Я вот еще вам, смотрите, сейчас спою вам тут эту Аниту Бейкер. Ну, ты со love. Своей миссией, короче, да, пришел. Да, да, да. У меня, конечно, амбиции свои. Я понимаю, что никто так не может. Из кого я знаю, даже вот в институте. Там диапазон вот такой вот, там, не знаю, 3 октавы, Аниту Бейкер, Sweet Love, попробую спеть вообще. Там внизу, потом вверху. Я с этой песней прихожу, такие, ну понятно, понятно, Дима Билана споет. Нет, не могу. Давайте я вам что-то другое спою из русского, там у меня были подготовленные песни. То есть ты вот тогда, скажи... Были у меня все равно свои какие-то, знаешь, вот не то чтобы амбиции, а музыкально-нравственные принципы, которых я придерживался и не выходил за эти рамки. И тут мы приходим к моему любимому вопросу, к моей любимой теме, которая называется снобизм. Потому что, ну, отчасти мне кажется, что вот определенные принципы и... ну, как бы, такого рода взгляды в какой-то степени могут замыкать тебя на определенный вектор, да, и не давать тебе смотреть более, скажем, ну, как-то... Шире, типа. Конформистски, да, правильно? Нет? Как-то более прием... Ну, как-то, ну, да, конформизм — это что? Когда ты все, в принципе, принимаешь... А, конформистски — это все по-старому. А, блин, нет, а как же так назвать-то так? Более, скажем... либерально. Консервативно. Но консервативно это наоборот. Когда это, да, более либерально, собственно, на все остальное. Вот представим себе, что если тебя сейчас отправят на шоу, где ты играешь двойников, да, ты соглашаешься, и вот там условие, что ты вот должен спеть песню Димы Билана. Вот сейчас. Ты споешь ее? Конечно. Ага, ну то есть ты как бы перестал определенным рода... Ну тогда же мне хотелось проявить вот именно свое я, да, музыкальное. Да. То есть это не был снобизм, это были определенные Нет, цели. Нет, я понимал, да, что мне там нравилось, да, я бы мог бы это, в принципе, ну в караоке спеть. Но я прихожу на конкурс показать себя, а получается в этой песне я не могу себя проявить. Она... Ну, мне вот так вот это все. Ну, как бы мне хочется... Вот посмотрите, какой я тут вам сейчас. Никто так не поет. А я вот уникально вот так вот могу вам показать. Вот кто вам еще такое покажет. Окей, давай по-другому зайду. Вот такие у меня амбиции были тогда. Я понял, да. Потом... Да. Я в другую тему немножко хотел склонить. Вопрос в том, есть ли какие-то стили, есть ли какие-то музыкальные жанры, которые ты не воспринимаешь? Который тебе не... Ну, наверное, это тяжелый рок. Тяжелый рок. Там, где... вот это одержимый какой-то. Для меня это просто... Да, дискриминг такой. И мне очень дискомфортно сразу становится. Ага. И техно. Не могу я вынести техно. Да? Техно. Ага. Вот это когда... Ну, когда такое монотонное, да? Техно бывает тоже разное. Не, ну да, когда там какое-то более атмосферное техно. Там событийное внутри самой музыки. Какая-то гармония меняется. Вот что-то как-то ты понимаешь, что ты там, да, можешь... Я, например, могу улететь там в какие-то свои фантазии, которые не будут негативные, такие темные, да. А вот когда там бас один, там один аккорд, а на одной ноте бас и вот эта бочка... Все, меня это, я просто, мне это вот так вот, я ухожу, я не могу, я не понимаю, как люди могут кайфовать. Я не осуждаю, но не понимаю просто, для меня это очень странно, вот техно такое, монотонное, и... А ты можешь вообще назвать рамки, в которых тебя можно увидеть, ну, как
твои эксперименты, да? То есть я понимаю, что грубее, чем техно, ты точно не пойдешь. Или грубее, чем хаос-музыка, да? Угу. Техно — это уже как бы, это значит, что ты уже переступил. Мне очень нравится инди-рок. То есть до техно, инди-рок, окей. Инди-рок, инди-фолк. Ну, инди-фолк мягко там совсем. То есть мы говорим о том, что мы тебя можем там попробовать, мы можем да, тебя там услышать да, в этой всей, да. всей истории. А, и до... Ну, или давай скажем так, понятное дело, что самая верхняя форма — это, наверное, самая простая форма твоего проявления, которая может как бы перескочить уже, ну, типа, в такую, ну, такую, не знаю, понятность, слишком вульгарную понятность. Я понял тебя. Вот вопрос в том, ты можешь назвать, наверное, даже не жанр, а какую-то конкретную песню, хорошо. За которую, переходя за которую, это уже форма, в которой для тебя это ну, слишком просто, ну, слишком понятно. То есть вот мозоль, да, допустим, это насколько это близко граница? Ну, пока далеко. Пока далеко, окей. Да. Okay. А если из чужих песен обрисовать вот эту границу, там, попсовости, да, за которую ты уже не перейдешь. И есть ли вообще такая история? Наверное, раньше была. Какие песни для тебя это были? Вот понимаешь, то, что мне как бы не нравится, я же этого и не запоминаю. Угу. И сейчас прям сложно вспомнить. Ну вот... Ну, давай так, мы, чтобы все понимали, что это не является, то есть какая-то там определенная попсовость, это не является чем-то плохим. Просто для меня просто для тебя это не совсем приемлемо. Не совсем, да. Поэтому давай назовем это, возможно, более смело после такой заметки, ну, хорошо. После такого дисклеймера. Молодая лобода, например. Да. Молодая лобода. Совсем обидно. Пойдем, давайте перепишем. Это прям, знаешь, удар ниже пояса. Это просто. Окей, хорошо. Хорошо. Раннее творчество лободы. Раннее творчество лободы. Для меня это было просто... Вот я бы такое не смог сделать. Сейчас мне нравится. Сейчас мне нравится. Но это получается, пойдем, постой, куда ты, мужчина. Вот, кстати, эта песня мне и нравилась. Нравилась, постой, да? Постой, куда ты, мужчина. Как там мужчина, с акцентом, с акцентом. Вот это круто. Но какие-то были песни, которые я, ну, прям не помню уже. Вот из ранних. У меня... А сейчас прям стильненько, классно. У меня есть песня у него, у Светы, которая мне нравится больше всего. До сих пор. Как? Эта песня «Адам, Адам, за тебя все, Адам, Адам, за тебя все, Адам, Адам». Какая-то вот она как-то так поется, я не помню, там она в лепестках таких тонет, в лепестках проваливается в них, долго летит, там какое-то осеннее настроение, или она летит, бежит по кругу, все в рапиде, и такой классный. Классный сочный звук и классное музло. Я прям слушал. И мне где-то даже это сопересекалось с Гайтаной в тот момент. Mm-hmm. А у нее, а у Гайтаны вышло как раз «Я буду каждой каплей дождя». Вот это «Твое тело». Да, «Твое тело». Не знаете этот трек, нет? «Люби тебя, эй». Да, обожаю. Офигенный трек просто. Да, хорошо. Окей, то есть ранняя лобода. Что еще? Для тебя. Мне сейчас нравится. Сейчас нравится. Вот тогда. Не серьезно? Mm-hmm. А мне вот наоборот как-то. Мне наоборот, мне кажется, что ранний Филипп Киркоров. Я знаю. Хотя не я сейчас тебе объясню. Все, я понял. Вот мне не нравится. Вот эта песня мне очень нравится. У меня предел шансон. Вот а, этот, о. Вот, 90-х, ага. Там, 2000-х. Вот мой предел. Да, бутырка типа. Опять водка, рюмка водки на столе. Да, вот такая это, конечно, история. Или это там, деформация караоке у тебя. Или эти шансоны, там, знаешь, там, где я выжил.
Я сидел, ты писала мне письма, а теперь я вышел, ах ты что. Интересно представление. Да. Ты знаешь, я как-то залипал на шансон, потому что это единственное радио, которое ловилось. И были, я часто становился заложником шансоновой музыки, когда мы едем в какой-то там переезд, и там нет вообще радио, но есть диски у него. И единственные диски, которые есть, это вот шансон и концерт Стаса Михайлова. И я послушал все эти диски и посмотрел Стаса Михайлова, мне как назло не хотелось спать. И ты знаешь что? У меня произошло принятие. У меня произошло принятие этой музыки. Я понял, о чем они. То есть я уже не рассматриваю это как музыку, я рассматриваю это как историю личной жизни. Ты спел бы такую песню? Нет, нет, нет. Это... Мы сейчас ехали в такси, и тоже играла радио шансон. И в этот раз, ну, я уже как бы осознаю, все принимаю. Тогда у меня было прямо сжималось все. И прям полное отторжение аж до вот так. Сейчас, конечно, я принимаю, мне это как-то так вот колоритно, знаешь, как-то. Еду, и такой колорит чувствую какой-то своеобразный. И вот как-то принимаю, да, тоже. Но вот винник еще предел мой. Вот не смог бы я такое делать и спеть. Ну и шансон. То есть все, что... в эту ну сторону как то, бы что... наступает, да, это уже да, немного это для тебя не моё, сложная не история, моё, да? Окей, окей. Okay. А так, если будет какая-то супер-попсовая простая песня, мне кажется, я ее буду все равно исполнять как-то... Ну, как-то хитро выдуманно. Так, ну да. И где-то там что-то добавлю вокально, как минимум, что-то эдакое. Да. И она для меня уже... преобразится, например. И я полюблю, например, ее из-за этого. Возможно. Но я считаю, что песни нужно свои любить. Тогда они, неважно, насколько они попсовые, не попсовые, мне кажется, это успех в любом случае. Для тебя как минимум. Ты можешь мне сказать, куда-то. А ты можешь мне сказать список артистов, 5, которых вот в наших странах, да, которые для тебя сейчас интересны? Вот это будет такой последний вопрос, он же будет домашним заданием для всех, кто смотрит наш с тобой разговор, чтобы они тоже пошли послушали или уже как бы выяснили, что они с тобой совпадают. Кроме Ивана Дорна. Кроме Ивана Дорна. Зачет. Хорош. Так, хорошо. Эрика Лундмен. Лундмен или Лундмен, как правильно? Эрика Лундмен, The Queen, Гаяна, Ты всех вокалистов, не помню, называешь? Не помню парнишу. Точнее, все вокалистки. И вот я сейчас как раз хотел назвать парниша из Казахстана, кажется, не помню. Золото? Нет, он прям совсем еще молодой, не помню. Ага, Доуз? Не, он не из Казахстана. Телефона нет, ага. Чтобы посмотреть. Ну, понятно. Из Казахстана. Хорошо, сейчас еще кого-то. Сейчас все из Казахстана. Сейчас сложно разобраться. Сейчас для того, чтобы успешным стать, лучше, чтобы ты был артист из Казахстана. В биографии многие меняют свое место рождения. Все, мне как раз надо паспорт. Да. А у меня батя из Караганды, поэтому я в целом, наверное, благодаря этому успех свой имею. Сейчас скажу еще двоих. Давай, да. Я знаю, это всегда сложный вопрос. Мне всегда так сложно вспомнить. Но тебе будет полезно, потому что ты как бы еще и на будущие вопросы тогда уже быстро будешь отстреливать. Вот если бы у меня был мой телефон, который сгорел пару дней назад, я бы хотя бы нашел в плейлисте, потому что у меня же очень много всего слушаю и запомнить. Вот так вот мне интересен артист. Я понял. Ладно, давай тройкой ограничимся. Вань, прости. Тоже подходит. Три артистки. The Queen, Эрика Лундмен, да? Или как она? Эрика Лундмен. Лундмен. И Гаяна. Да, спасибо, бро.
Это был Константин в подкасте «Живи, Борис, люби». Это был наш прекрасный разговор обо всем. Если у вас, кстати говоря, есть ваши варианты расшифровки аббревиатуры JBL, то напишите их в комментариях. Мы, может, и переименуем быстренько подкаст, мало ли. Если вам было интересно, то скажите мне, продолжай, Ваня, вести подобного рода диалоги, потому что я что-то не понимаю. Я сам себя сомневаюсь в плане как этого самого разговорщика или ведущего подкастов. Поэтому не знаю, сколько мне нужно в этом заморачиваться. Скорее сделаю это в рамках 75-летия JBL, потому что хотелось, ну, как бы открыть новых интересных людей, таких как Элван. Рождение бестселлер, да. Осветить вам новые имена и как бы представить старых добрых артистов. Главное, что будьте хорошими людьми. Что мы еще пожелаем? Давай. Несите добро. Несите добро. Себе и миру. Да, и слушайте хорошую музыку. Желательно. Живите, боритесь, любите, слушайте хорошую музыку на JBL спикерах. Все, всем хорошего дня, удачи. Бэм. До следующей встречи. Спасибо, Костя. Спасибо, Ваня. Спасибо всем. Yes.